Всем привет, друзья! С вами Ева, это я. И, конечно же, мы сегодня будем играть в Hearthstone Черная гора, которую мне подарили. Это новое приключение. Точнее, оно одно из старых. Я прошла изначально Каражан, он вам понравился, и поэтому теперь я... решила пройти Черную гору. Пока что это только вступление, не уверена, что получится все хорошо. Если вам понравится, возможно, я пройду потом просто стримом эту игру немножко дальше. Но это все неизвестно, будет видно по ходу игры, как я буду справляться. Выбираем Черную гору. И предупреждаю заранее всех, кто зашел сюда на прогейм, посмотреть. Алло. Я родился в пламени Черной горы. Меня не остановить. С этим не сюда. Итак, у нас тайная лаборатория, а первым у нас кто идет сейчас? Мои покои охраняет самая мощная защитная система, какую только можно представить. Нефариан сбежал. Выйдите из строя защитную систему в лаборатории, следуйте за ним. Я не знаю никакой предыстории Черной горы. Мне просто захотелось иметь карты с драконами, потому что у всех есть карты с драконами. Выберу жреца. Там вроде у меня есть принц Молчезар, который замешивает 5 легендарок в колоду. Андуин и защитная система Амнитрон. Обнаружено вторжение. Свет дарует мне победу. Говорят, что Черная гора будет намного сложнее, чем Каражан. Мол, типа даже супер-про игроки проходили ее раза с 29-го. А уж тем более ты, Ева, куда ты суешься в эту Черную гору? Три подвластные мне легион. Первичная защитная матрица активирована. Кому-то замешали 5 легендарок. Так, а что он делает, я забыла посмотреть. Активирую Чаратрон. Модуль Чаратрон включен. Ну ладно, я сделаю вот так. Возможно, это если бы ты, не туда, ты две бочки должен был на Чаратрона кинуть, теперь он тебя уничтожит, конечно, у него еще плюс оба игрока. А, это, слушай, ты у меня тоже урон заклинания плюс 2. Что за... Это была нечестная магия, просто безумно несправедливая. Давай мы убьем его за это, вот так. У меня тоже есть магия, которая уничтожает героев. Ваш противник получает кристалл. О, спасибо, мне это нравится. Слушай, так бы почаще, я не против. Возможно, мне стоит делать вывод клич с выхиливанием, потому что оно хоть и прибавляет 5 из них здоровья. Ой, у него там еще и разные модули. Давай так, окей. Я уже тут сделаю так. Да, пожалуй. Хоть немножечко. Катамет активирован. Я, конечно, не понимала, что он уничтожит сейчас моего героя, но все. Чё он так много персонажей называет? Это несправедливо, алё. Давай я, окей, кладу руку из колоды противника. А, нет. Вот так еще сделаю. Хорошо, я тоже смогла вызвать много карт. Алё. Модуль электрон включен. Блин, все заклинания стоят на 3 маны меньше. О боже! Тупо, что этот чувак не наносит урона себе. Было бы намного интереснее, если бы это произошло. Починю что угодно. Я получаю еще плюс 5 кристалл маны, но ты просто обожаешь меня, я смотрю, дружище. Подойди. Правда, вот эти механизмы? Может быть, я не только карты драконов, я смотрю, получу, да? Я, наверное, еще и механизмов дофига получу. Модуль магматрон включен. Ой-ой-ой-ой-ой. Против таких чуваков у меня ничего нет. У меня есть существо с атакой 3 или меньше, но не больно. Я сделал вот так. Могу также сделать вот так. Не хочу убивать ее, просто наношу урон чуваку. Если бы я ударила по чародейскому голему... А, блин, надо было на самом деле изменяться. Я так и знала, что он так будет, но типа это выгодное положение для него. Значит, по-любому игра заставила бы сделать таким образом. Пока что я не умираю. Электрон включен. У меня еще есть возможность выжить, слава богу. Но что-то сейчас у меня уже немножко меньше.
Ой. Вот так вот, да, значит? Хорошо. Хорошо. Я все равно знаю, что сделать-то. Великим исходы каждый как значит 15 секунд. Это все скоро. Так. А еще я могу похилить себя. Призывать женщины, которые меня похилят. Убить вот этого чувака. Этого. Резать меня 8. Не-а! Но что-то не очень сработала моя тактика. О, 10-2! Охренеть! Не, ну понятно, что я по нему в первую очередь сейчас ударю. Только сегодня ужасная это не совсем то, что я хотела, Барнс. Ну ладно, спасибо. Старался. Новый рецепт. Почему не убей меня, пожалуйста? У меня еще есть возможность. О! Это круто. Партия начинает. Ладно, я вытащу его без немоты. Что ты скажешь на это? У тебя будет еще одна немота? Ну, конечно, по идее, там должно быть типа две карты немоты, да? А? А что это у меня здесь? Ты глянь-ка. Ой! О да! Наконец-то, господи! Я думала, это не произойдет. Спасибо. Ты заставил вспотеть кота. Хоть на починку тратиться не придется. Пожалуйста. Отлично, еще плюс 100 монет за это получила. Так, значит, вулканический дракон. Да, это я знаю такое существо. Помню. Против меня часто им играют. Уф, а что это у нас здесь? Особым умом не отличается. Малорика всегда идут не так, как задумано, но от этого они не стали менее смертоносными. Это типа того дракона из Каражана, да, я правильно понимаю? Ну давай попробуем охотником против него выступить или другим. Что-то там с лучами делал, эти лучи... Нужно было блокировать. Малфурио! Ну что, да, что-то было так. Малория! Нельзя прерывать процесс! Я должен защитить природу. О, нельзя заставлять господина ждать! Больше нельзя ошибаться! Вот это да! Каждый раз, когда на поле боя призывает существо, его атака и здоровье меняется местами. Все, меня очень устраивает. Смотри, Малория, 6! Постарайся не проиграть. На начале уровня 6. Слабо так, а? Ты глянь, что я сейчас еще выпало. Вот это просто фартит. Это просто прям божественно фартит. Обалдеть можно. А что у него за предсмертный хрип? Выкладывать на поле боя секрет из вашей колоды. Не, я не хочу такое. Давай, у меня пока есть зверёныш, короче. О, шикарно. Вот так я по тебе ударю. А в втором раунде... Ну, не во втором смысле, а в следующем. Я зверёнышем по тебе ударил, ну и как бы нормально. О! Сам на атаку пошел, прям на рожон. Ничего себе. Так, ну я, значит, получаю еще 300 маны, и мне это очень пригодится. А ты убьешься об моего друга, значит, я могу просто атаковать тебя. Не убился. Ну, значит, я его сейчас убью. У меня есть Ктун? А, ну да, уже у меня есть Ктун. Он может, а я не может. Это вообще ужасно. Атаковать провокатора. Сколько у него хп? Подожди, я не вижу. Сколько у него хп? Убери, вы должны атаковать существо. А, вижу. Ну ладно. Тогда так. Все здорово. Еще немножечко, буквально 4 кристаллика маны. И я вызову Ктуна. Мне вот знаешь, что интересно? Каким образом он... Как он... Достают такие же карты у меня. Откуда у него карты из Каражана, если Черная гора была до этого? До Каражана. В целом. Может быть, он копирует мои карты, а? Но нет, такой вот у меня не было. Типа, животик был бой, и все такое. Не было у меня такой карты. Давай мы убьем его. Сделаем вот так. Да, это 4 к атаке до конца хода, и я ничего не получу за это. Нафига ты позвал этого чувака сюда? Я думала, мы сейчас победим. Ну, я так и думала.
Я так и думала. Ну, у меня есть кто? И как ты думаешь, что он сделает с тобой? Он пробудится! Только начинается. Да-да, с первого раза. Я придумаю для тебя новый титул. Убийца глупых, неумелых и никчемных прислужников. Да, то, что надо. Прошу заметить, это было с первого раза. Киса победила. Хоть Атрамет тебя и не видит, но он прекрасно чувствует твой страх. Сначала попробую разбойником. Если не получится разбойником, Алира, тогда мы сыграем. Атрамет! Смотри, он поменял мне титул. Класс. Тогда попробую магом. Теперь я не просто столько Мия. Смотрите, я убийца глупых, неумелых и никчемных прислужников. Это побеждение, побеждание, побеждучение. Тебя выдает неловкая поступь и отвратительный запах. А это существо вообще должно получать урон? По-моему, нет. Я могу позвать двух драконов, а могу не сделать ничего. Могу сделать... Вот так. О, я тебя слышу. Эй, у меня есть кусняшка. Хочешь купить? Я слышу шаги. Биение сердца. Тебе не сбежать. Даже не знаю, стоит уничтожить его оружие сейчас или нет. Но, в принципе, три атаки. Я просто хотела еще завести вот эту карту и потом оружие, чтобы убить дракончика. Но тогда я потом в череп получу минус 4. Пускай лучше остается со своим 3. Потому что минус 4 и минус 2, это в целом было бы минус 6, что довольно неприятно. Он даже вон как пошел. А, вот так и пошел. Вот это мне уже не нравится. Давайте уничтожим. Этот звук! Потому что это минус 4, а потом минус 5 было, потому что, ну, я уже ничего не могу по-другому делать. Тебе понравится. Какие карты разыграли? Мой новый рецепт. Кусочек сахара! Уважаю вот так. Да. Оружие 3 это, ну, ну такое. Пережить не можно. А, видите, во-первых, пережить можно. О, ни хрена себе, за что он столько получил? Если у вашего героя... А, тебе меньше 15 дней здоровья. Мой новый рецепт. Окей, давай я трясну по тебе. Так, так. Да, я скорее всего победю! Гля-гля в череп. Опять киса победила с первого раза. Дракона. Тебе не стыдно? Нет. Получает плюс 3 плюс 3. А, отлично, я знаю этого чувака. Он хорош, хорош. Сейчас довольно опасен был. Но довольно сложно будет его разыгрывать, если что. В этот раз не надейся на удачу. Рагнарос вам не поможет. Удачи. У меня нет Рагнароса. Призывает два костяных создания 2-1. Два? Он призывает два создания? Тебе удалось дойти до самого конца. Не стоило напрашиваться. Нифига, 40 хп. Жесткий. Моё лучшее творение ждет тебя. Разум смертных так легко подчинить. Окей, пока никто никого не атакует, я не буду призывать своих существ. Они еще могут мне пригодиться. Ага. А вот сейчас уже, да, уже стоит. Дать огоньку. Фу! Сколько там? 3 единицы урона. Хорошо. Это можно будет устроить в следующий раз. Да ладно! Ты такой вообще дерзкий. Ужас какой-то. Я не понимаю, как он это делает? Чего? Вот так вот взять и на 10 ударить? Вдыхай жизнь в их кровь!
мощи! Жесть какая! Мне бы на самом деле очень сильно пригодилась, как ни странно, провокация. Хватит уже атаковать по мне, это довольно неприятно. Довольно болезненно, я бы сказала. Это что было сейчас? Прошу приветствовать мое лучшее творение. Проснись, сестра. Проснись, Аниксия. Что? А это... Как вообще? Че за... Узри летящее с неба пламя! Одна единица урона! Это только начало! Вот это он дерзкий! Капец! Тогда надо хилиться, чё? Возьму себе этого жреца. Я подозреваю, что и здесь нужно биться с разбойником. Или охотником, который может уничтожать случайное существо противника и тому подобное. 15 хп, блин, оставила чуваку. 15! И все равно погуб. Ну, вообще нет. Как? Как? Как его убили?